Ну что, полезный завтрак, перекус или с собой-ка готовы? Всем привет, дорогие друзья, это шоу «Олег жарит», меня зовут Тамиль Налек, я шеф-повар кулинарного проекта «Едим дома.ру». Ну что, время показать вам быстрый и полезный рецепт. Готовлю сегодня гранолу с орехами и сухофруктами. Гранола – это полноценный завтрак, который готовится буквально за минуту. Насыпать в тарелку, залить молоком, йогуртом, кефиром и можно есть. А также ее можно взять с собой в дорогу, в машину, да куда угодно. Итак, сегодня будем использовать геркулес или овсяные хлопья, цедру апельсина, сухофрукты, у меня вот такой вот микс здесь есть, мед, яблочный сок, миндаль, сушеную вишню, семечки тыквы и корицу. Специи, как и орехи, могут быть любые на ваше усмотрение. Итак, начнем приготовление. Первоначально в чашку отправляем геркулес. Добавляем цедру апельсина, орехи, вяленую вишню, семечки у меня тыквенные, можно использовать также семечки подсолнуха или вообще, если вы их не любите, убрать их из рецепта. Далее сухофрукты, у меня порубленный микс, здесь чернослив, курага, инжир, далее молотая корица. Фантастическое сочетание. Корица с апельсином. Это очень вкусно. Мед добавляю немного. Можно обойтись и без него. Но я люблю послаще. Далее яблочный сок. Яблочный сок добавляем столько, чтобы геркулес как бы намок и был похож вот на мокрый снег. Да? То есть такая липкая, густая консистенция. Сок использую яблочный. Можете взять апельсиновый, ананасовый, опять же, по своему вкусу. Мне кажется, что с яблочным получается особенно хорошо. Перемешиваю, добавляю еще. Слишком много сока не нужно, иначе будет очень жидкая гранола. Геркулес размокнет, набухнет и сохнуть будет очень долго. И получится совсем не гранола. Добавлю еще мед. Немножко. Можно, в принципе, сделать вообще не сладкую и уже мед добавлять в конечный вариант, когда уже будем есть на завтрак или на перекус с собой в машину, в самолет, куда угодно. Геркулес очень хорошо берет в себя жидкость, в данном случае яблочный сок, он прям вот набухает на глазах, напитывается. Дальше противень с пергаментом. Высыпаем гранолу, разравниваем, делаем тонкий слой, примерно 0,5 сантиметра, приминаем и ставим в духовку примерно на 45 минут при температуре 140 градусов. Друзья, еще больше полезных рецептов для сбалансированного питания вы можете найти, скачав приложение «Ем, бегу, живу». Приложение подбирает здоровое меню под ваши цели, контролирует физическую активность и водный баланс, составляет готовые списки продуктов и дает простые рецепты с пошаговыми инструкциями. Ваше питание точно будет вкусным, здоровым и разнообразным. Приложение доступно в Google Play и App Store. Ссылочка в описании под видео. Что, друзья, гранола готова, гранола остыла, и можем подавать ее на стол. Смотрите, какими она кусочками, хрустящая. Добавим небольшое количество в тарелку. Ну, представим, как будто у нас сегодня завтрак. Заливаем молоком. Молоко можете использовать на ваше усмотрение. Добавляем также свежие фрукты. Оставшуюся гранолу можно сложить в банку, в коробку с крышкой и хранить в сухом, темном, недоступном для посторонних людей месте.
Ну что, полезный завтрак, перекус или с собой-ка готовы? Скачивайте приложение «Ем, бегу, живу» и готовьте еще больше вкусных и полезных блюд. С вами был Олег Томилин. До новых встреч. Пока-пока. Если вы в своей квартире, лягте на пол 3-4.